К другим темам. Двое мирненцев прошли в полуфинал регионального этапа престижнейшего конкурса «Лидеры России». А вместе с ними еще 28 участников от Якутии. «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс управленцев проводится при поддержке государственной службы при президенте. В основные дни полуфинала 15 и 16 января участникам нужно было успеть показать свои лидерские качества и побороться за выход в суперфинал. В программе также были мастер-классы и аналитические деловые игры. Всего на участие в «Лидерах России» поступило более 233 тысяч заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Задача этого конкурса – выявить, развить и поддержать перспективных руководителей с хорошими лидерскими качествами. Даже одно участие в нем помогает в развитии карьеры. Так, например, за 2 года назначение на высокие позиции получили более 150 участников этого конкурса. Из них 2 стали губернаторами, 5 – заместителями федеральных министров. В нынешний полуфинал вышли и 2 мирненцев. Работник районной администрации Сергей Андреевский и руководитель негосударственного пенсионного фонда «Алмазная осень» Вячеслав Хмыров. Суперфинал пройдет с 27 по 31 марта 2020 года.